Передвижной автокомплекс – это и есть мобильный Кванториум. Мини-филиал окружного детского технопарка, только на колесах. Он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого можно найти ответы на самые сложные вопросы. Например, как устроен вот этот квадрокоптер? Вопрос на засыпку. А учеников предпрофильного 5-го А класса этим вопросом уже не поставишь врасплох. Им разъяснили принципы работы летательных устройств с помощью 3D-моделирования. У нас есть программы, по которым мы работаем. Допустим, у меня по аэроквантуму – это изучение аэродинамики, как работают квадрокоптеры, другие беспилотные летательные аппараты. На этом занятии задача учеников – смоделировать авиалайнер. В компьютерах ребята создают его сами, конструируют, двигают, поднимают вверх. Сегодня они авиаконструкторы, и они смело экспериментируют. Сегодня мы научились делать объемные фигуры, такой как самолет. Больше всего мне понравилось то, что мы их могли переворачивать и делать разные формы. Образ современного мира немыслим без информационных технологий. В интернете нынешние школьники чувствуют себя уверенно. Этот мастер-класс открывает для них новые возможности. Учиться можно прямо с 5-го класса, но чтобы создавать полноценные сайты, на это нужно потратить большое количество времени. Сейчас информационные технологии развиваются очень стремительно, и необходимо, чтобы дети были в тренде. Ну и как раз задача мобильного кванториума – сделать именно это. Мобильный кванториум – подразделение регионального молодежного центра. Создан в рамках национального проекта «Образование». Передвижной образовательный комплекс, объезжая различные муниципалитеты Югры, будет знакомить школьников с новыми технологиями и профессиями будущего. Выступит площадкой для апробации изменения содержания школьных уроков технологии. У нас есть автомобиль специализированный, в котором находятся различные оборудования, такие как 3D-принтеры, ЧПУ-станки лазерные, фрезерные станки. С помощью такого мобильного контора мы можем добираться до отдаленных участков России, отдаленных населенных пунктов, то есть различных деревень и сел, и обучать детей современным технологиям. Формат такого дополнительного образования для школьников призван выявлять, поддерживать и развивать таланты учеников в естественно-научном направлении. На развитие инженерной мысли нацелена и точка роста в первой школе, где основной профиль – технологический. Здесь серьезно работают в этом направлении. Очень плодотворно стали сотрудничать с региональным молодежным центром в рамках реализации национального проекта образования и двух федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Почему, значит, очень полезно сотрудничать с кванториумами? Ну, потому что в ближайшие 10 лет изменится кардинально рынок труда. Вот на этих занятиях специалисты кванториума регионального молодежного центра рассказывают о профессиях будущего. Дети учатся конструировать, моделировать, программировать. Эти навыки, присущие инженерному мышлению, многим из них в будущем обязательно пригодятся. А точки роста как раз и помогают ребятам разобраться, что им интересно, и выбрать ту профессию, которая им будет по душе.